Это наши дедушки, Марвин и Папин. Один дедушка у нас дошел до Берлина, он был автоматчиком, а второй дедушка у нас партизанил в лесах. Даже после войны наш дедушка еще один, он служил в армии еще целых 5 лет. Это мой папа, Половников Василий Маркелович. Дошел, он воевал на Дальнем Востоке. В 1947 году пришел с войны. Это моя бабушка Жукова Ольга Якимовна. Защищала Москву, поднимала аэростаты. Вот. А здесь мой сын несет своего прадеда. Вот в ремонтно-восстановительной бригаде воевал. Я все детство ходил на парады. То один год с бабушкой, другой год с дедом. Поэтому настала пора мне их вести на парад. На фотографии мой папа Суханов Иван Васильевич. Он прошел всю войну от самого начала до конца. Участвовал во взятии Кенигсберга, форсировал Одер, имеет 2 ордена Отечественной войны, орден Красного Знамени и много медалей. Это мой дед, защитник Ленинграда, получил при освобождении Ленинграда получил ранение и попал в город Березники. Здесь остался жить, поэтому мы здесь. Хочется показать, что мои деды защищали нашу родину. Из-за этого все мы живы, здоровы и будем этим гордиться.